Привет всем! Добро пожаловать на мой канал, и мы с вами продолжаем проходить Half-Life 2 в VR. Так, и нас ждет наше дальнейшее водное приключение. Надеюсь, хоть в этой серии мы наконец-то уйдем от этой гребаной облавы. Так. Блин, провод. Эй! Я такой. Ой-ой-ой, вертуха, вертуха! Вертуха! Это бомбы! Это бомбы! Я не знаю, я просто еду, и как бы вроде бы у меня все получается. Эх, пошла ты вон, гребаная вертушка! У-ху! Пожалуйста! Только не убейся, Гордон. Я не знаю, мне кажется, она может за мной лететь просто прямо по трубе. Труба очень большая. Только куда? Лево, право. Лево, право. Да ни хрена, лево, право. Пошел вон! Врешь, не возьмешь, ублюдок! Пошел вон! Это близко, это близко, это... мама! Дайте квиксейв сделать, на всякий случай. Сволочь, сволочь настоящая! У-ху-ху, хорошо, что это вездеход какой-то! Он и едет, и плывет! Как еще не летит! У-ху-ху. Так, сейф. Безопасное место вроде бы. Воу-в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 оу! Не понимаю, что происходит? А я все же должен был, да? Как-то так проплыть, пролететь, проскакать. Короче, прям по трубам, я понял. За твою ж мать! Ай! Слышите, а никак я вот здесь не смогу как-то все же прорваться, а? Не? Да ну не гоните, ну... Да ну блин. Короче, там тут надо реально с разгона прям. Прям отсюда, с центра, наверное. Конечно, да. Ну твою мать, пожалуйста! Я уже хочется спрыгнуть без нее дальше побежать. Но так там не получится, там дальше опять эта гребаная кислота. Ура! Я смог, я справился. Эх, фух. Сейф. Отличный аппарат вообще, на самом-то деле. Для него вообще не существует каких-то непроходимых участков. Опять вертушка, ну... Мать. Так, лево, право, лево, право. Право. Ох, ёп. Ой! Что за вообще жестко у вас тут? Ой-ой-ой!
Я просто стараюсь ехать без остановки. Так, к чему меня это приведет? Господи, а можно мне как-то отдохнуть от этой сумасшедшей гонки, этого преследования, а? Не, ну я, кстати, довольно живой. Я понимаю, что ты вертолет может легко исправить. Так... Вот, ну... Мне нечем я тут сбить. А вообще правильно, ну как-то залетел. Так ладно, стоп, я нахрен, я просто начал ломать ящики. Так, так. Знаете, он конченый. Так, quick save. А теперь мне надо немножечко понять, что мне надо делать. Ух ты, урод. Теперь, если я спущусь сюда, я там проплыву где-то. И мне надо просто спрыгнуть и плыть дальше, а? Слышь, ты отвали от меня. Так, давайте quick save и проверяем. Ну попробуем вниз сейчас, точнее, не то что. Почему я не бегу? Пытается взорвать мою лодку, но он не взрывает. Это место, чтобы я так поднял. Не, мне кажется, да, это я должен вообще был как бы сам залезть, поднять, а я, у меня просто получилось сразу залететь, и мы не будем заниматься херней. И спрыгнем там, где у нас точно есть выход. Ёб! Да пошел ты нахер! Труба падает! Труба падает! Мать вашу! А как я сюда выплыть? Сейчас скажет, кто подскажет. Это такая ситуация, как бы странная, ребят. Я засыпала трубой, но не убила. Можно как-то с этим разобраться, а? Итак, попытка номер два. Как-то прорваться здесь. Пожалуйста! Пожалуйста, нет! Так не получается! Дайте мне прорваться! Так, все, вот так, нормально! Пошел же ж ты нахер! Козёл! Да что ж такое ты будешь делать? Со всего чего можно лупят, ублюдки! Так... Да иди ж ты! Так. О, приплыли. И как это понимать? Тупик? Или все, или наконец-то водное занятие. Такое, там лестница. Так, ладно, определенно надо вставать. В любом случае, пока. Фух, он меня просто не заметил в этот раз. Так. Ага, стоп. Мне наверное, надо лодку сейчас сразу, да? Сюда загнать. Надо куда-то перекидывать, наверное, будем. Переправлять как-то.
Да. О. Так. Так, это мне не надо. Ага, мне надо, короче, каких-то тяжестей сюда накидать. Да? Я правильно понял? Тяжести где-то здесь, наверху. Что за звук? Ага, мне тут печку надо, наверное, скинуть надо, да? По всему видимо. Это зловеще, это музычка такая началась. Ай. Ой, какое оно все ненадежное. А, короче, я чисто себе трамплин сделаю. Я думаю, что... Так, я туда прыгать не буду. Так. В всякий случай еще кирпич туда добавлю. Не, ну мало ли вообще, я не знаю, вдруг этого мало. Давайте сразу все, что есть, добавим. Бочка еще. Я сейчас буду прыгать, чтобы она тут не оторвалась. Если она оторвется, конечно, она оторвется, но чтобы не прокинулась. Да ёпонский! Можно, пожалуйста, прыгнуть? Во! Так, стоп. Дайте я вырублюсь прям в кресле. Так, поехали. О, наконец-то, господи, я приплыл. Эй, вы же Фримены, верно? Да, это я. Не верю собственным глазам. Доктор Гордон Фримен собственной персоной. Это я. Друзья, это не тот охранник, что в конце был. Блэкмесса нам был. Нам нужно уйти, пока комбайны нас не обнаружили. Комбайны? Готовимся сняться с места. Поспешим. Вот мне еще объяснили, кто такие комбайны. О, приветствую, Фриман. Приветствую, Вартигон. Нихера себе, ты с пулеметом. А мне можно, не? Так, подождите. Патроны на автомат, а мне, в принципе, вообще нравятся какие-то патроны. Мне всего полно, тут тоже. Давайте сюда. На револьвер пригодились бы, кстати, если у вас есть. Сейчас, подождите, давайте. Фу, не, ну, наконец-то, все, облава закончилась, это бесконечная. Давайте я похожу теперь, там, поброжу, посмотрю что-нибудь там. А то я весь в бегах, уже четвертую серию бежал. Возможно. Мне что-то, кажется, еще дальше придется плыть, потому что там эти... Ладно. Успокойтесь о катере. Ворд за ним присмотрит. Угу. Мне казалось, что это сначала что-то охранник из конца Black Mesa, когда нам джетпак выдавали, перед тем, как отправить Зен. О, лупа. Она работает. Взгляните сюда. Это дамба. Она прямо по курсу. Ага. На старый ГЭС прячется Элай. Рукой подать от дамбы. Угу. Хорошо. Но попасть туда с этой вертушкой охотником на хвосте, считайте, почти нереально. Хорошие новости. Вартигонд что-то там шаманит под вашим катером. Так что он станет помощнее. Кажется, он уже заканчивает. Выходите. А, ну окей. Короче, мы зашли с вами побеседовать, пока Вартигонд там перешаманивал мой катер. Ну окей. А что ты мне, пулемет установил? Да, ты установил мне пулемет. Ты красавчик. Ты вообще, ты не просто так с ним стоял вообще. Молодчик. Ну вот и мы. Мы сняли эту пушку с такого же охотника, как и твой враг. Какая ирония, просто душа радуется. Так. Сбейте вертушку и сможете прорваться к базе Илая. С удовольствием. Должен взять это оружие, иначе он пожалеет об этом. Да? Какое? Пулемет этот? Так я беру, ты его уже установил, да? Владарочка. Мы помним Фримена, мы смежные. Да?
Между нами нет расстояния. Завеса времени и пространства не помешают нам. Окей. Поторопитесь, доктор Фриман. Я вижу, Элай был прав на ваш счет. Да? Ну ладно, хорошо. Какие-то немножко странные. Что-то я от людей отвык. За время этой облавы. Так, теперь, ага, правая рука. Стоп. Ага, вот. Я хоть... Вот теперь. Все, ребята. Я хершу на этом, на каком-то мехе. Правая рука отвечает за пулемет. Ей водишь, целися. О, вертушечка! Родная! Так, патроны. А что, вертушка все? Отвоевала? Не, ну... Может, я ее так как-то уничтожил массированным точным огнем. Вот это я молодец, вот это я понимаю. Красавчик. Что скажешь, так? А музыка, как будто я должен еще как-то с кем-то там сражаться, стреляться. Чем-то таким еще заниматься. Уу! Давайте, мне так нравится, блин, я бы этот пулемет хотел бы это, себе. Я бы как на каком-то мехе хотел бы таком поиграть, чтобы у меня было вооружение, я всех гасил. Так, ладно. Гаситель, надо что-то делать, так. Так, стоп, диван, что ж я куда-то ухожу встречи? Так, а мне же патроны надо. Мне надо открыть проход. Два, наверное, надо мне. Может, и нет. Припасы. Музыка, можно как-то это прекратиться? А тут это как-то... А, мне просто надо объехать, мне ничего не надо, я понял. Короче, уже перемудрил. Так, ну, я уже увидел, что там в отдаленечке притаился БТРчик. Боюсь, он по мне сейчас начнет стрелять. Так. Получайте, ублюдки! Ладно, я там просто увидел ячейки для щита, ну, батарейки. Ну ладно, у меня 84, еще нормально. Да, с пулемета, конечно, уже пободрее уходить от лавы. Плаваниями этими всеми заниматься. Даже мне подствольную гранату дали как-то. Не понравилось. Короны, бабай. Ой, это что такое, твою мать? Я сбил БТР у него, да, отлично. Гордон молодец, комбайны нет.
Так, стоп. Ай-ё! Я уже понял, что я немножко не туда. Поехал. Да, будут... Финт будет сделать. Но сначала, перед тем, как сделать финт... Я туда постреляю, теперь выйду и пройдусь. Тут кто-нибудь есть? А? Я уже вижу, кто тут есть. Ёберный театр, слышишь? А ну, держите от меня. Ну, я как всегда, да? Мне, кстати, большую часть убило, кстати, как ни странно. Призрачный всадник, давай, угомонимся. Звук такой странный, где-то металлические такие трубочки друг об друга бьют. Как знаете, когда на входных дверях где-то вешаешь, чтобы слышно было, что кто-то заходит. Может, здесь где-то? По звуку где-то здесь, я не понимаю просто где. Типа просто тогда звук для того, чтобы я нашел тайник, наверное. Find all the lamba. Короче, опять, да. Ну, если что, нашел. Может, если рядом с этими тайниками такой звук издает? Не знаю, короче, ладно, пошлите. А, вот откуда хэдкрабы. Это что, вот, снаряд. С ними был. Так, а теперь надо финт ушами сделать. А может это вот эта штучка, типа, звенела так. Ладно, не знаю. Пробуем сделать финт ушами. Да и даже получилось. Провод, что ж ты меня так путаешь? Ух, ёп. Ой, а тут типа... О-о-о. Всё, они закончились. Я думаю, тут бесконечно будут сыпаться бочки. Но если нет, то в принципе... Так, можем я как-то развернуться, пожалуйста? Да ёп! Короче, вот. Ай! Ай, блин, всё равно считает, что по дате, поэтому... Ладно, я не знаю, кто там эти бочки кидает. Хай дальше кидает, если сильно хочется. Так. Не, ну, пулеметом определенно бодрее, лучше, веселее. Ай. Так, один готов. Ой-ой-ой, я не знаю, как я так именно по-ублюдски уворачиваюсь. Сдохни, пожалуйста, все? Вроде бы все, слава богу.
Мне теперь надо как-то подняться туда, к ним, что ли, а? Так. Как мне куда пробираться-то, собственно? А вон дырка есть. Так, а ну-ка. Я немножечко не понимаю. Я тут... Да нет, я тут нет. Так. Так, открыл, теперь я могу сюда заплыть. Ага, о, теперь я тут должен прыгнуть. Я понял. Хорошо, так. Дальше у нас что? Лево, право? Лево. Сразу направо, да? Ну, видать, да. Куда я приплыл? А я вертолет он вижу вдалеке. Ну, вряд ли до него, да, долетает. О, броня. Вот броня мне надо, бо броню мне почти нету. Приплывина. А что-то мне какая-то такая площадь большая. Открытая, что мне почему-то такая-то, что сейчас какой-то или большой замес будет, или какой-то босс-файт. Это сейчас босс-вертолет будет, или куча вертолетов, возможно. Я не знаю даже. Трудно предположить, но один вертолет я вижу, явно, вон, один стоит. Так. О! Ну ему хана. Ну мне так кажется, что... Воу! Мне кажется, я смогу увернуться от этой атаки. Так, я, конечно, мне больше двигаться могу. Нихера себе, у него бомбу, увидели? А все, все, взрезайся, давай, харе! Останавливайтесь, патроны, давайте, давайте, давайте. Достал от мне? Сдохни ты уже, сдохни! На! Фух! Прям на меня на таран пошел.
Фух. Вот это хорошо. Вот это замес. Вот это чокнутый. Это реально босс вертолет, потому что остальные бомбардировки такие не устраивали. Я вообще не понимаю, откуда в нем могло быть столько бомб. Так. Ладно, все, поплыли вперед, то сейчас будут еще щиты. А, вот, вот щиты. Вот щиты мы и восстановим, да? Отлично. Вот тут сейчас куча взрывающихся бочек была. Ну все. Если б тут он так бомбардировал, я тут плавал, мне бы вообще разорвало бы нахер. Так, а, еще не весь щит у меня даже восстановил. Вот, теперь весь щит восполнен. Делаем клик-сейв. Так, и куда мне дальше? Порт 5, отлично. Можно открыть? А вот лестница, я вижу. Я вижу лестницу. Фуф. Я еще что, успеть должен? Не, все? Назад дергалось, так. Так, давайте только без таких боссов-вертолетов больше. А то мне тут так долго меситься не очень понравилось. Ага, я вот туда могу, да, запрыгнуть? Это уже увидел. Давайте глянем, что у нас тут. Ни хрена. Так. Эх. Так. Все? Охранники, сторожа, кто тут были? Так, а что тут у нас? А, тут вертолетная площадка. Вот вертолет взлетал-то, собственно. Так, патроны у меня полные. Я с пулемета работал все это время. Джимен, сволочь. Вот сволочь. Утвердили контакт с целью 1. Да как тебя не убил, а? Все, отдыхайте. Сотрудник убит, сеть каналов, 9. Ни хрена не могу нажать. Не понимаю я ваших комбайнских технологий. Так, а что, 3? 3, да. Так. Так, вот, гранатки. О, на магнум патроны. Короче, мы максимально восстановили наши запасы. Так. Когда? Куда мы уже приплывем, а? Я не совсем понимаю. Так, ну Джимен был там, значит и на туда. Так. Это у нас... Мы заплыли там. Ага, это мне сейчас надо будет назад еще выплыть. А, вон. Еще другое место себе дорогу открою. Оп. Оп. Быстренькому. Мало ли что, валится.
Так, это я сейчас... Подождите, это я сейчас дамбу открою, сейчас слив с дамбы пойдет. Или что? Что я сделал? Что-то поднял. Вот это? Ну, пошу поднято, только одно, как бы это забрало. Второе, все, ни хрена не работает. На ту сторону прохода я тоже не вижу. А, ну типа, наверное, с этих бревен мне с трамплина надо будет залететь, я понял. Возвращаемся за нашим батискафом. Нахрен мы его вообще туда-то загоняли, получается, непонятно. Тут же ж можно как-то там спрыгнуть? Ну тут можно по-любому. Вот так. Понятно. Вот, а теперь да, теперь надо так вот прыгнуть. Опа, Джеронимо! А. Так, фух, все. Все хорошо. Мы... Когда мы уже приплывем, а? О, наш значок. А может мы уже и приплыли? Рассказали, как это, старая ГЭС. Вот это похоже на какую-то электростанцию. Так. Да и плыть вроде бы уже больше некуда. Да? Вроде как да. Определенно вылазим мы здесь. Я опять пишу, что find all lambda, что-то там, типа достижение мне дает. Вроде как больше я не вижу, куда... Морской путь может нам открыться в дальнейшем. Поэтому, надеюсь, все, плавание закончилось. Конечно, хорошо, тем более с пулеметом прикольно. Пулемет бы я с собой забрал, я чисто на руку водил бы. Та-та-та-та-та-та. Больше с бесконечным боезапасом. Все сказка. Будем знать, что здесь какой-то по-быстрому способ свалить, мало ли пригодится. Мы что-то засекли. Так, это человек. Это я. Ау? Ау. Расслабьтесь, вы в безопасности. Вы должны отлично изменить нас за сканирование. Мы не можем рисковать. Доктор Фримен? Да. Гордон Фримен? Это вы? Я. Да-да-да. Вы пролезли так быстро? Представляю себе изумление и облегчение Элая. Ой, вы представляете, насколько у меня облегчение. Я слышала вас задолго до инцидента с черной мезой. О, черная меза. Я так вам завидую, что вы работали с Элаем и Клайнером в них величия.
Ага, вот так. Теперь можно пройти. Я, знаете, я себе не очень завидую. Вы пережили бы то, что я там в Блэкмейсе пережил? Вот реально, как бы вы мне завидовали. Простите, если я вас задержу. Здравствуйте, поближе. И тебе привет, дружище. Я тоже. Боже, наконец-то эта безумная облама кончилась. Мы много сделали за последнее время, но все шло бы быстрее, будь у нас больше людей с твоим опытом. Да ты мне объясни хоть, что случилось-то? Мы близки к созданию надежной технологии местной телепортации, что пока недоступно Альянсу. Илай полагает, что их порталы основаны на струнном эффекте, как наш Калабияу. Но они не учли коэффициент в уравнении темной энергии. Они могут телепортироваться из своей вселенной, но здесь уже зависит от местной транспортации. Знали бы они о нашей работе с завихрениями. Это, короче, все классно. Ты мне объясни, да. Кто такой Альянс? Послушайте, кто такие Альянс? Я говорю, как юная аспирантка. Не могу поверить, что наконец-то мы будем работать вместе. Я там Ганарча, Нихиланта, в Зене завалил. Так дальше что я? Было? Ах да. Доктор Кляйн добился такого зен-сжатия, что никто в Черной Мезе не поверил бы. Шах, мы выяснили, как использовать зен в качестве скрытой оси для рывка через пространство. Они уже и поварами заделали. Вокруг пограничного мира и вернуться, не пересекая местное пространство. А вот и Илай. Илай, сколько лет, сколько зим. У вас тут все круто Илай, изменилось. Кого я нашла в шлюзе? Гордон Фриман, дай-ка мне взглянуть на тебя. Здорово, братишка. Да ты ни капли не изменился. Как тебе это дается? Давай, да. Так. В последний раз я отправил тебя за помощью после каскадного резонанса. Я и подумать не мог, что на это уйдет столько времени. Знал бы ты, что со мной было. В лабораторию. Это не черная меза, но тоже неплохо. Теперь с Гордоном все будет почти как в черной мезе. Твоя правда. В наши дни выпускники MIT большая редкость. Давай снимем с тебя защитный костюм и оденем тебя в родной лабораторный халат. Сейчас я тут закончу и посмотрю, что тут можно придумать. А точно, я как бы к нему привык. Это огромная честь для меня. Я сгораю от нетерпения работать с вами. Да, для меня тоже. Рад познакомиться. Ой, знал бы ты... Как я далек от понятия дом? Я ни хера не понимаю, ну хотя бы... О, ты ногу потерял, да? Ну да. Печально, вы уже с вартигонами тут все вовсю, да? Ты же помнишь мою жену. Ты жена. Твоя жена это и... Это фото, и Алекс. Алекс. Единственное, что я смог вытащить из черной мезы. А жена погибла, да? Ну, мы почти заставили этот портал заработать. Но я не стану винить тебя, если ты откажешься от еще одного пробного запуска. Да, если как сюжет скажет, я честно не хочу, мне хватит порталов, все, я где-то тут на базе у вас бы почилил пару неделек бы. Ой. О, Гордон, вартигонты сказали, Алекс, что ты уже здесь. Привет. Не да, верю. Да, я тут. Ты шел пешком и так быстро добрался? Я думаю, он побил твой рекорд, милая. Но он это заслужил. Ну как, как пешком? Я на лодке. Нет ничего на свете, с чем бы Гордон не справился. Ну разве что с тобой. Пап, пожалуйста. Но... А ты на что назовешь? Тебе зять нужен? Ты давай полегче пока. Ну вообще, как бы, дочурка тебе ничего, может и породнимся, братик. Посмотри-ка на это, Гордон. Что там в джинсах? Так, что там? Я смотрю, но трогать я не буду, да? Лучше не трогать же, я так понимаю. Так, ну я не понимаю. Так, ну ты явно хочешь, я потрогал, да? Так, а что в газетах? Доктор Брин. Да, он доктор руководитель Брин. Всего этого отвратительного предприятия. Семичасовая война закончилась потому, что он заставил Землю сдаться. И Альянс вознаградил его давом у власть. Ага, короче, все же была какая-то война. Да вы мне как бы можете поконкретнее посвятить в эти моменты? Я как после как в Зен отправился, я ничего не знаю. А он как-то... И похеру. Так. Алекс, я-то думала, ты на посту. Вартигонты отпустили меня, чтобы я смогла увидеть Гордона. В любом случае, я должна работать над порталом. Ремонтные работы под контролем. Кто-то недооценил Тиристера Альянса.
Хай так будет. Ты обвиняешь меня? Нет, вовсе нет. Проблема в расчетах, а не в оборудовании. Тогда, наверное, в следующий раз лучше доверить мне не только установку, но и расчеты. Алекса, хватит же. Иногда мне кажется, ты притворяешься, будто не понимаешь меня. Алекс, почему бы тебе не научить Гордона обращаться с гравитационной пушкой? Пошли, Гордон, немного повеселимся. Грави-пушка? Тут она будет полезная, я думаю, игрушка, в Mass Effect. В Black Mesa я ее не использовал, если что. Вот, как бы, там по сюжету не должно было быть. Там, мод, VR, кровой и пофиг вообще, в принципе. Так, Илай. Не? Вы ничего мне не скажете? Ладно. Алекс, пошли. Итак, ты теперь знаком с доктором Мосман. Я провожу столько времени снаружи, во многом благодаря ей. Слышал бы ты ее жужжание о том, что это она должна была быть в тестовой камере черной мезы. Извини, я не должна сплетничать за ее спиной. Меня просто слегка мучает клаустрофобия. На, тебе, короче, она обижена, что она... Я супергерой, а не она. Это старая дорога в Рейвенхольм. Ну ладно. По ней давно никто не ходил. Рейвенхольм. Что там, кстати, в Рейвенхольме? А то меня пугают этим местом в комментариях, кстати. Пошли. Не особо ты хочешь, да, об этом говорить? Ну да, я подойду сюда. Чё у вас тут? Темно, туннели. Чё-то там у вас страшно, если все так об этом Рейвенхолле поминаете. Так, а где ты уже? Ты в лифт зашла? Сюда. Да ничего нажать. Нет. Ладно. Вот мы и пришли. Это свалка. А вот и гравипушка. Я ее узнал. Это гравипушка, о которой говорил отец. Можешь называть ее манипулятором энергетического поля с нулевым уровнем, если хочешь. А если не хочу? Просто гравипушка? Но мы в основном используем ее для поднятия грузов. Попробуй. Давай. Первый рычаг выбрасывает разряд. И можно сильно толкать предметы. Оказалось, что это удобно для разминирования. О. Окей. Так, делать что надо? Вторым рычагом можно брать вещи, а бросать первым. Ну окей. Я понял. Если ты что-нибудь поднял и хочешь положить, нажми на второй рычаг еще раз. Подними предмет и брось ему. Оу! Меня чуть не огрело колесом. Мне так в любом случае показалось. Так, Христиан, ну, а что у вас тут? А еще можно подтянуть далекий предмет. Попробуй захватить бочки на верхнем выступе. Нашел. Ладно. Так, дайте патронов. Даю! Стоп. Все. По полной. Сложи пирамиду из мусора и забирайся наверх. Так, тебе типа? Так, ясно. Ну давай. Попробуй сложить в кучу несколько вещей. Возьми я здесь. Рычагом и нажми еще раз, чтобы... Да я уже понял, дорогая. Ладно. Beware of dog, собака тут где-то должна быть. Ты уверена, что ты туда пойдешь? Там собачка где-то. Во, так тут так открыть можно было. А вы? Так. Да, я позову пса. Он любит команду Апорт. Пес, вот ко мне! Вот то пес! Там какой-то робот. Это робот. С головой вот этих, что меня фотографируют, да, по-моему? Ты полегче. Хороший песик. Гордон, это пес. Мой отец сделал его для меня, когда я была ребенком. Первая модель была вот так узенькая. Но я его немного нарастила, да, песик? Короче, он вырос вместе с тобой, я понял. Хорошо, пес. Поиграй с Гордоном. Тебе понадобится гравипушка. Вот она. Давай, пес, бросай! Кого бросай?
О! Молодец! Бросай еще, пес! А может не надо? Я как бы... Отлично! Я в корзину попал, кстати! Еще я забил! Пес. Я баскетболист от бога! Давай! Мимо! Давай, пес, бросай! Давай еще разочек! Давай, давай! Па! А че она не стреляет? Я нажимаю... Бросай еще, пес! Давай! Потрясающе! Пес, принеси мячик! Мячик? В натуре в баскетбол будем играть? А, нет, но если это мячик... Что происходит? Оно ползает. Почему? Что происходит? Что мне надо сделать? А, короче, вот так. Мы должны покидать друг другу мячик. Я сказала, что пёс будет командой. Я не говорила, кто будет её выполнять. Ну, принеси мячик, алло. Бросай, пес. Так а сколько можно вот это вашу бросание устраивать? Ладно, попробуем кое-что другое. Пес, давай что-нибудь побольше. Я хочу. Я бы такой, чтобы кольцо поменял, побольше. Вот здесь, да? Нет, пес. Брось, брось это. Ты как-то с ним это, ну. Пес, что такое? Сканеры! Комбайны защищают территорию! Надо вернуться... Что происходит? Ой! Побежали! Беги, Гордон! Беги! Беги, 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 Гордон! Ёбаный театр! Почему я не бегу, а вот побежал? Пёс, ко мне! Папа, это Алекс! Как слышно? Алекс, дорогуша! Что там происходит? Алекс, где ты? Мы застряли в шлюзе мусорного отсека. Гордон все еще с тобой? Он здесь? Да-да-да, я тут. Хорошо, вы двое должны. Папа? Привет. Уводи Гордона отсюда, идите на берег. Не идите через раф. Папа? Папа? Черт! Пес, открой шлюз, вытащи нас отсюда. Давай, быстрее! Мне кажется, такой пес есть, это, конечно, хорошо, круто. Хватит, пес. Давай, Гордон. Пошли. Так, знаете что, друзья? Разбираться в том, что произошло, мы уже продолжим в следующей серии. На этом моменте сейчас мы будем останавливаться. Надеюсь, вам нравится мое приключение так же, как и мне. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А также пишите свои комментарии, если есть какие-то вопросы или просто есть желание пообщаться. Жду от своих следующих видео. А сейчас всем удачи, всем пока.